Лидеры промышленности Тверской области. Фотовыставка под таким названием открылась в столице Верхневолжья. Ее цель – пропаганда рабочих и инженерных профессий, демонстрация успехов в деле индустриализации региона. Лидеры промышленности Тверской области – это выставка фоторабот двух наших мастеров – Николая Погорелова и Дмитрия Камнева. Автором проекта стала заслуженный художник России Людмила Юга. В качестве организаторов выступили Фонд развития промышленности Верхневолжья и региональное министерство промышленности и торговли. Основными задачами, которые стоят перед данным залом, перед данным учреждением, показать промышленность региона с точки зрения тех людей, которые создают продукты, которые участвуют в возрождении промышленного потенциала как региона, так и нашей страны. По сути, посетителям предлагается уникальная экскурсия, которая позволит окунуться в мир предприятий Тверской области, осознать их значимость. Ведь сегодня в Верхневолжье создано более 2400 фабрик и заводов обрабатывающей промышленности, где трудится свыше 75 тысяч человек. Фотографии иллюстрируют повседневную работу на Тверском вагонзаводе ИЖБ-4, Парето Принт и Метавре, а также на многих других производствах. Очень многие предприятия задействованы по внутрирегиональной кооперации, внешнерегиональной кооперации. И есть такие бренды, которые известны всем на протяжении многих лет, начиная от нашего советского прошлого, и несут это знамя высоко поднято, значит, над нашими головами. Здесь можно увидеть самые разные работы, которые отразили моменты, эмоции и красоту в своих снимках. Каждая фотография рассказывает собственную историю и вызывает разные эмоции. Выставка рассчитана на самую широкую аудиторию, но в первую очередь на молодежь, которая еще только думает, куда пойти работать. Милые девчонки, мальчишки, старайтесь, добивайтесь. Вы знаете, в ваших руках наше будущее, будущее Тверской области, будущее России. Я вам пожелаю только успехов. Экспозиция «Лидеры промышленности Тверской области» проработает в городском музейно-выставочном центре на Советской улице до 3 декабря без выходных. Причем для студентов колледжей посещение будет бесплатным.